принципе, это уже первый раз на презентации здесь, когда мы с Эльдаром Южным презентовали в этом замечательном заведении свой новый совместный диск под названием «Гуляй, пропащая душа». Это было, по-моему, 7 декабря, да? Дай бог памяти. 7 декабря. Итак, песня называется «Топер». Дима, песня для тебя в честь твоего дня рождения. В большом весьма уютном зале, ведь ему хозяин разрешил. Там топер играет на рояле для успокоения души. И ему совсем не важно, кто ты, христианин или иудей. Пальцы заставляют плакать ноты, просто он играет для людей. Играй, топер, не спеши, мелькают клавиши, и льется музыка. Творили руки волшебство своими пальцами. Непринужденно пиши наше с тобой душевное родство. Он всегда играет по заказу и мелодии разных хоровод. Публику доводит до экстаза, развлекая выпивший народ. Угостить топера может каждый, да он и так любой монете рад. В этом кабаке любой вам скажет, что ему топер почти как брат. Играй, топер, не спеши, мелькают клавиши, льется музыка. Творили руки волшебство своими пальцами. Непринужденно пиши наше с тобой душевное родство. Играй, топер! В зале небольшом, весьма уютном, вместе с ним уже который год. Понимаешь сердцем почему-то, здесь топером музыка живет. Играй, топер, не спеши, мелькают клавиши и льется музыка. Творили руки волшебство своими пальцами. Непринужденно пиши наше с тобой душевное родство. Опа! Играй, топер, не спеши, мелькают клавиши и льется музыка. Творили руки волшебство своими пальцами. Непринужденно пиши наше с тобой душевное родство. Наше с тобой душевное родство. Наше с тобой душевное родство. Спасибо. Спасибо большое. Искренне от души, Примочка. С днем рождения тебя.